Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я хотел бы записать короткое видео значит, о дилемме. На самом деле, вот Кирилл, участник школы, задал вопрос, и он на самом деле очень не глупый, потому что с этой дилеммой встречаются все в начале. Смотрите, как звучит вопрос. Я, конечно, извиняюсь э, за вопрос, но как вы думаете, я вот начинаю изучение программирования, и такая дилемма присутствует. Или начать сверстки сайта, или в этом направлении развиваться. Учился по урокам, повторял верстку по видео, или заняться разработкой на питон и соответствующий стек технологий. Хочу в дальнейшем поменять свою профессию на программирование. Еще раз извиняюсь. Э за вопрос заранее спасибо вопрос не э глупый ребят сразу скажу но хотя э я увидел ответ то есть смотрите кирилл в первую очередь смотри вы же сами ответили хочу в дальнейшем поменять свою профессию на программирование оно у вас и так первично то есть вы четко понимаете что вы хотите а теперь э -э вот мое видение вы знаете когда я начинал в 2009 году. Мне просто никто не говорил, как заниматься программированием, что для этого делать. Сегодня я в школе это рассказываю. Я вот приведу примеры. Ну, Во-первых, профессию не надо бояться менять. Я дам вам некоторые истории. Да, вот Михаил Беляковский 30 лет поменял профессию, уже работает программистом, просто в школе начал более уверенно программировать. А теперь ответ. Смотрите, если вы хотите стать программистом, именно программистом, то я рекомендую почитать все-таки историю Сергея Осадчева. Я дал эту историю, и сейчас объясню, в чем там смысл. Дам по ссылке, почитайте. И вот мой ответ, ребят. Смотрите, если вы решили стать программистом, то готовьте первое время себя просто как программиста. Не обязательно заморачиваться или делать устремление там в направлении какой-то библиотеки. Что главное главное подготовить себя чтобы вы могли писать на любых языках, абсолютно на любых. Вот я сейчас приведу домашнее задание. Вот смотрите, его приятно смотреть. Вот как раз только пришло. Я давал курс, где мы изучали гетеры и сеттеры. Да, на самом деле и в Python они есть. Так вот, и вопросы были. Даже если тут плохо видно, то я в любом случае прочитаю смысл и поймете. То есть создайте. Приведите использование гетера и сеттеров в Kotlin, в Python, в Java, грубо говоря. Сергей Сачи прислал задание. Я вижу, что здесь он работал э, с, с Kotlin. Дальше переконвертированный э, код Java в Kotlin. И дальше показал свойства в Python. Три языка, ребят, три языка. При этом я говорю, смотрите, наверное, вот я ответил Кириллу, сначала написал, да, а потом все-таки ответил так. Ну, наверное, так правильно. Понаблюдайте за Осачем. Он не задает эти вопросы, а готовит себя, чтобы писать на любом языке. Это и есть ключевое. Наверное, это самый верный подход. Если бы я сейчас начинал, то делал бы именно так чтобы для начала стать твердо на ноги в программировании, а потом уже ударяться куда угодно. Понимаете, да, меня, к чему я именно клоню? Просто-напросто я понаблюдал, да, и Киви, и Джанга разбирает, и Python, и Kotlin, и блокчейн, смотрю, успевает. Ребят, первые Год-два надо готовить из себя программиста, потому что именно многопрофильного программиста. Вот сейчас будет ключевой момент. Ключевой момент следующий. Смотрите, следите за мыслью. Вы что значит? Я подразумеваю подготовить из себя многопрофильного программи программиста. Начало лежит там, где мы только что смотрели секунду. То есть, код Осадчева, да, это чисто код по домашнему заданию, но здесь присутствуют три языка. Я не сомневаюсь, я не сомневаюсь, что если Сергею понадобится еще какой-то язык, он уже знает принципы языка, он их сравнивает в голове. Он понимает, что, допустим, функции есть в каждых языках. Ему надо всего лишь э, понять, э, как они работают, да, э, там, ну, вообще. То есть вот тогда наступает момент, когда человек уже может где-то определиться. Если вы внимательно читали, будете читать, допустим, сайт джанга ну вообще, да, примеры и не только вот именно справку, а тут есть там и примеры, то вы увидите, разработчики джанга ведь на самом деле пишут на и на C и на Python, но Смотрите, э, у них опыта по 25-30 по лет. То есть э, они свободно владеют разными языками. Просто джанго для них стала разработка джанго основным. И вот э, понимаете, какая ошибка э, у новичков присутствует у всех, не у всех, ну и у меня была у всех, что вот прямо здесь, да, вот на старте, человек пытается уже определить. А, чем он будет заниматься, или там версткой сайтов, или писать оконные приложения. Ребята, не надо этого делать. Вот я сейчас вам скажу такую интересную вещь. Вот вы же, каждый из вас ездил на автомобиле, пусть даже на сиденье пассажира ночью и фа, машина, да, автомобиль фарами э, вырывает свет новые и новые. Э, ну, куски дороги, мы видим новый пейзаж постоянно. То же самое и в программировании. Вам надо поставить сначала, э, для себя определиться всего лишь с одной задачей. Если вы хотите стать программистом, то нельзя стать программистом полноценным, допустим, изучив только Python. Вы просто будете, вот, вот представьте, вот это шар, да, целое, а вот это вот кусочек, как а с арбуза, да, взят. Это будет то же самое. Никогда не будет из вас полноценный программист, потому что, в принципе, начинает, начинается настоящее понимание программирования, когда вы начинаете изучать по минимуму два языка. Один язык динамической типизации, второй со статической. И, в принципе, это открывает вам путь вообще к любым языкам, потому что вы начинаете думать уже парадигмами языка, сравнивать. И тогда вы начинаете действительно становиться программистом. Я не зря сказал, почитайте историю Осадчева, да, потому что здесь э, чего боятся люди. Когда новичок думает, ой, а начну я изучать два языка, как я думал в 2009 году, хоть бы один тут выучит. На самом деле это большая ошибка, вы себя ловите э, в мышеловку. А когда вы почитаете историю, в принципе... Э, ведь я это проходил, почему вот эта история для меня важна. Потому что теперь... Вот он пишет. Теперь переключение с одного на другой это практически то же самое, что писать на одном, только по-разному. Да, все это правильно. Но... Вот тут я говорил, что, ребята, не все так просто. Вот чего бояться, когда просто начинается изучение двух языков, сначала в голове очень большой хлам, очень большая путаница. Но главное ничего не оставлять, а просто продолжать спокойно. И рано или поздно туман рассеется, и будет очень большая четкость. Поэтому открываем диалог Кирилла, да? По сути, дела, по сути дела, ребят, если вы решили стать программистом, то мой ответ однозначен. Для начала готовьте себя просто как многопрофильного программиста, чтобы вы четко понимали, что надо взяться за какую-то работу, вам понадобится, неважно что, не надо заморачиваться на какой-то отдельной библиотеке. Вы просто должны быть уверены, что вы в течение пару дней разберетесь и начнете писать. Пусть эта библиотека, вы ее ни разу не видели. Вопрос в другом. Твердо ли в вас сидят и заложены основы программирования? А основы программирования, они у всех языков одинаковые. То есть все языки имеют типы объектов, типы данных, все языки имеют современные, которые, по крайней мере, изучаем классы, классы имеют то-то, то-то, то-то и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, когда вы поймете, что вы на этом уже на это не тратите никакого внимания, а просто-напросто берете и смотрите новый язык, а или новую библиотеку, а все остальное у вас уже в голове есть. Поэтому вот, это, вот такой мой ответ. А Кириллу большое спасибо, ни в коем случае не глупый вопрос. Но вот эти парадигмы, они в принципе очень сильно тормозят. Поэтому, ребята, первое, хотите стать программистом, значит, ответили себе на вопрос, очень просто, я хочу стать программистом, значит, просто-напросто готовим из себя многопрофильного программиста. Второе. Вы будете проходить путь. Не надо сейчас выбирать прямо вот вы еще не начали или только начинаете программировать. И уже на этом этапе, вот здесь, в этой точке начала, вы начинаете задавать себе вопрос: а что я буду делать? Мне лучше сейчас сосредоточиться э, там на графическом интерфейсе, либо на э, серверно, серверных вещах. Все это придется к вам, само собой, когда вы будете двигаться, вы обязательно поймаете себе на мысли, что вам важнее. Ну а такая подсказка еще, вы знаете, а сегодняшние при приложения без серверного программирования у вас ничего. То есть Django вам надо изучать однозначно, просто Django это самый простой способ понять серверное программирование, э -э проще нету. Сегодня все любые приложения в современном мире стараются обмениваться информацией, то есть получается через сервер. Но, еще раз повторяю, что не, не надо заморачиваться. Вы просто должны спокойно начать писать на разных языках, воспринимать их спокойно очень. А уже чем вам заниматься? Графическими интерфейсами, веб. И так далее, и так далее, это к вам придет, ребята. Вы обязательно себя найдете, потому что по ходу изучения программирования, когда вы будете проходить, вы будете очень много встречать разной информации. И всегда получается так, что человек находит, да, вот, вот это мне интересно. Но стоит же вопрос другой, не зря я перед этим объяснял, что есть э, многопрофильное программирование, вот как здесь в примере, да совершенно вчера я видел, Сергей выкладывал сайт, вот делал первый изучает Джанго, а сегодня переключается легко, делает на трех языках домашнее задание. Это я, я, сейчас вам пытаюсь рассказать, что прежде чем решать, да, кем вы там будете, вы должны твердо встать на ноги в программировании в целом. Для вас не, не должна иметь вообще никакое значение, с какой библиотекой вы будете работать. Ведь она пишется на языке, а язык вы знаете. Тогда совершенно не важно, какая библиотека, какой язык. Есть задача, надо выполнить. Все, вы у вас просто должна быть внутренняя сила. Еще раз напоминаю про разра разработчиков джанга Они разрабатывают джанга э им это в кайф. Им это нравится, они этим занимаются. Но многие из разработчиков джанга ведут свои проекты, да, э, многие. Я говорю, что если вы э, посмотрите, то разработчики джанга ведь они пишут, и носи, как я говорю, на всех. Просто они уже очень мощные программисты, к которым мы должны стремиться, но вот нашли себя в Джанго. Я говорю о том, что у них есть основа, понимаете? Основа, поэтому не надо пытаться найти в первых шагах основу сразу. Во-первых, это нереально, потому что вы не начали писать. Во-вторых, это просто будет э, выдуманная основа. А когда вот вы начнете двигаться, то есть действительно начнете писать на одном, на втором языке, а вдруг вы себя вообще в мобильных приложениях найдете тогда по пути вы обязательно откроете именно открыть. Вот тут ключевое слово, ребята, правильное. Вы откроете в, в себе, к тягу к чему-то. Понимаете? Поэтому, а когда, как я говорил, вы э, делаете из себя многопрофильного программиста, то есть... Э, Можете писать на разных языках, да, не обязательно там это делать профессионально. Сразу, да, просто-напросто двигаться в этом направлении, потому что картина вот этого мира языков, она откладывается, да, очень хорошо. То вопрос нахождения себя, то есть чем я буду заниматься, он при... обязательно к вам придет ответ по ходу развития в языках. Поняли? Надеюсь, поняли. Ссылки я дам. Почитайте истории, да, э, почитайте и просто подумайте над этим ведь это совершенно реальные люди. При этом э, еще нету года, как человек пишет на двух языках э, в школе, что пришел с полного нуля Сачи, да, или там Миша Беляковский, я смотрел, вот я просто открыл его из Минска, да, э, закончил. Ну, почитайте сами, что мне тут, а то. Uh, ну, я что хотел сказать, я uh, сказал, не знаю, услышали меня, но мне бы очень хотелось, чтобы услышали. Для кого-то это видео будет водой, а кто-то действительно отпустит себя и пойдет развиваться по правильному пути, uh, я бы делал так. Просто 9 лет назад я этого не понимал, когда начинал. Сегодня мне это очевидно. А uh, uh, очевидно ли вам? Смог ли я донести, я не знаю. Спасибо за доверие, ссылки в описании, все получится.